Друзья, всем привет! С вами Ильдар Мухаметов. Загрузили мы облицовку на кировец К744. Будем отправлять на песочку. Это вот первый трактор, который мы разобрали. Скоро приступим к сборке. И уже начали разбирать второй трактор. Вот сегодня в этом выпуске я его покажу. И скоро приступим к сборке уже 744-го. Кому нужно, кому интересно, подпишись на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Также сегодня у нас будет погрузка трактора кировец К700 для Оренбургской области. И также ждем сегодня Савинских на приемку трактора. Вот, заваривай чаек, заваривай кофеек, устраивайся поудобней и давайте начнем смотреть. Поехали. Пластиковый трактор загнали мы в цех. Разбираем. Вернее, сейчас снимаем кабину и будем снимать коробку. Дальше разбирать, дефектовать и капиталить. Ну и также нужно будет заняться трубой шарнира, гидравлику посмотреть. И подготавливаем к сборке 744. Итак, кабину отсоединили и начнем потихоньку отсоединять КПП. Итак, следующий трактор у нас из Тольятти, кировец К700А. Движок заменили, по нему я показывал. Новый двигатель 7511, полностью пришла вся с навесным. Видео тоже показывал в прошлых видео, кто не видел, можете зайти посмотреть. Сейчас занимаемся установкой кондиционера. Я ведь говорил вам, если ставим уже такие двери, то обязательно нужно кондиционер устанавливать. Привод также от коробки. Кондиционер серии Крига. Вот у него коробка, такой вот набор. И испаритель у него будет на крыше. Самый удобный вариант для тракторов. Если уже испаритель ставить на радиатор, то будет уже нагрузка на движок. Ну вот, такой вот трактор у нас получается. Резину поменяли, мосты поставили усиленные. Коробку поставили после капремонта, трубу шарнира откапиталили, движок заменили. По переднему мосту резине то же самое, как и сзади. Двери заменили и устанавливаем кондер.
Ну и вот он, набор установщика кондиционера, монтажника. Когда будем сами все это устанавливать, тоже, наверное, надо будет такой набор. Вот и Ильнар едет за трактором. Будем сегодня отправлять, отгружать трактор для нашего подписчика Дмитрия из Оренбургской области. Кстати, вот у нас ремфонд B138 есть. Погрузчики есть, кому нужны погрузчики после капремонта. Друзья, ремфонд есть. Есть и с 240-м мотором, есть и с 238-м мотором. Есть и B138 погрузчик. То есть погрузчики на любой вкус. Друзья, теперь маленькая рекламка. Продаем нашу техничку «Газель». 18 года выпуска, брали мы его в лизинг. Эксплуатация с 19 года. В прекрасном, в идеальном состоянии. Состояние нового. Не битое, не крашеное. Рыжиков ноль. Полностью вся в идеале. У него стоит заводской газ. ПТС все вписан. Сенсорная магнитола с навигацией, камера заднего вида, пробег 76 тысяч с люком, цена 1 100 000, друзья. Причина продажи маленькая для нас, нужен газон Next. Закрыто. В общем, кого заинтересовало данное предложение, в описании контакты, номер телефона, звоните. Итак, запускаем трактор Кировец К700А из Оренбургской области от нашего подписчика Дмитрия. Будем грузить его на трал. Извиняюсь за звук, ветер что-то поднялся. Кстати, у нас сегодня температура 22 градуса. Так, свежо. Идеально.
все, погрузили трактор. Все, сейчас пойду пока документами заниматься. Пока трактор будет крепить. Ну, позже сниму, покажу, как мы его закрепили. Так, у нас приемка трактора. Все запустили. Сейчас покатаются. Ну и тут как раз все, мосты погрузили, все обвязали. Трактор. Сейчас как раз занимаемся обвязкой. И приехали люди на приемку. Принимаем. Сдаем, вернее, на приемку трактор. У нас получился. Кстати, вот этот трактор у нас уезжает, и на обратке они отправляют трактор на капремонт. Они у нас уже один готовый трактор покупали, заказали второй трактор. У них был всего один трактор, и тот трактор, который у них был, 700А с восьмеркой, 238 мотор, будут отправлять на капитальный ремонт. Сейчас обвязываем трактор. Мосты решили уже вот так сложить, обвязать. Чтобы не помялось, чтобы все нормально было, деревяшки подложили. Все, трактор погрузили. Трактор уезжает у нас в Оренбург. На этом видео на такой прекрасной ноте я завершаю. Спасибо, друзья, что смотрите мой канал. Подписывайтесь на мой канал, если вы подписаны. И ждите новые видосики. На следующей неделе будем отправлять уже трактор из Богатых Собов и обратно уже привезут трактор на капремонт. Это у нас, друзья, Римфонд Б138, погрузчик и два колхозника. И вот еще третий колхозник. А вот еще четвертый колхозник. В общем, Римфонд, друзья, есть. Звоните, пишите. В описании номер телефона укажу. Давайте, всем пока-пока. До новых встреч.